Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как включить родительский контроль на устройстве SmartMe Evaporative Humidifier. Родительский контроль заключается только в том, что кнопки на самом устройстве не работают, и управлять им можно только через приложение. Итак, открываем приложение «Шахматы», открываем приложение «Mi Home», затем открываем вот так вот эту вот шторку, после чего нажимаем на кнопочку «Родительский контроль». Все, родительский контроль включен, и теперь кнопочки у нас не будут действительны. То есть, как бы на них ни нажимали, сколько бы на них ни жали, ничего не произойдет. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!